Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я буду делать декупаж яичек. Я готовлюсь к Пасхе. И у меня для этого есть салфетки. Вот видите, такая веселенькая ситчиковая салфеточка. Вот салфеточка с птичками, с цветочками, тоже пасхальная. Вот салфеточка в горошек зеленый, тоже достаточно интересная. Вот совсем пасхальная у меня с петушками, с яичками, с цветочками. Но сейчас я буду использовать такую ситчиковую салфетку. Я решила использовать белок от яиц. Аккуратненько желток слила, и вот у меня здесь остался белок. И первое, что я делаю, это я... Это яичко, которое у меня есть приготовленное, я накладываю на него салфеточку, которая будет лишней. Да, естественно, я, как всегда, убираю при декупаже, ну, салфетки эти обыкновенные совершенно, но мы убираем из них слои и оставляем только два слоя, убираем и оставляем только один слой. Итак, мы заворачиваем яичко. И наносим, как мы это делаем всегда. От центра к периферии. И у нас будет как будто бы вот... Я его завернула в ситцевую тряпочку. И вот посмотрите, как у нас быстро получилось вот такое красивое яичко. А теперь мы его просушим. И травку я купила в зоомагазине. Продают эту травку для птичек, чтобы травку вставила в свой... такую конструкцию, которую всегда использую на стул для украшения. Ну а пока яички мои подсыхают, я вам покажу старинную вещицу, которая мне досталась от бабушки. Девушка с яйцом. Вот здесь я даже птичку для красоты сделала. А вообще вот оно с такими розочками. И вот видите, не хватает ручки одной. А так ножки есть, все есть. Вот такая старинная, фарфоровая. Это, кстати, бисквитный фарфор. Вот я в предыдущем видео делала и рассказывала. Это бисквит. Травку, а внутрь я поставила свечку в виде яйца. Могу показать. Поздравляю, дорогие друзья, со светлым праздником Пасхи и желаю вам в эти дни, но всего самого чудесного, прекрасных чудес. И принесу даже то, что вы, на что вы не надеялись, но что бы очень хотели иметь. С праздником, дорогие друзья! До встречи!